красивая, здоровая и довольная жизнью женщина. Именно такой сейчас Екатерину Евдокимову видят ее родственники и друзья. За последние несколько дней героиня программы «Здоровый интерес» помолодела лет на 10. А теперь вернемся на 2 дня назад и посмотрим, с чего начались кардинальные изменения в жизни нашей участницы. Я работаю строителем, штукатуром, маляром. Ну, у нас, естественно, вредная работа, пыльная, грязная, все такое. Ну, да, на кожу влияет, на здоровье. Ну, хочется привести себя в порядок. Хочу вообще всю свою внешность, и зубки посмотреть, и лицо, не знаю, почистить, чтобы морщин поменьше было. Хочется свежий вид. С огромным желанием преобразиться и помолодеть в кратчайший отрезок времени Екатерина пришла в медицинский центр здоровья. Красота начинается с улыбки, и первый специалист, к которому отправляется на прием наша героиня – стоматолог. Стоматологический кабинет медицинского центра здоровья оказывает полный спектр терапевтических, хирургических и ортопедических услуг. Лечение кариеса, болезней парадонта, реставрацию зубов, профессиональную гигиену, различные виды протезирования и многие другие процедуры. На снимке мы видим зубной налет, зубной камень и, как следствие, небольшое воспаление вокруг зубных отложений. Для дополнительной диагностики мы сделаем 3D-снимок на томографе. Дентальный компьютерный томограф позволяет увидеть состояние костной ткани челюсти и гайморовых пазух, контролировать качество установки пломб, а также диагностировать изменения опорного аппарата зубов в формате 3D. Вот ваш снимочек. На снимке мы увидим резорбцию альвеолярной кости до 1/3 длины корня. Санацию полости рта следует начинать со снятия зубных отложений. Первый шаг к голливудской улыбке – профессиональная гигиена полости рта. Ультразвук мягко и бережно разрушает структуру зубного камня, не повреждая при этом ни эмаль, ни пломбы. Система Airflow при помощи воздушно-порошковой смеси вернет зубам природный цвет. Последний этап стоматологического преображения нашей Екатерины – полировка. После нее зубки начнут сиять, как жемчуг. Мы не только убрали источник воспаления, но и вернули зубам их природный цвет. Зубы стали на 2 тона светлее. Чтобы в 40 лет выглядеть на 30 с хвостиком, не обязательно прибегать к помощи хирургов. Высококвалифицированные специалисты медицинского центра здоровья помогут Екатерине вернуть былую молодость и свежесть, не прибегая к скальпелю. Посмотрим, получится ли у них совершить чудо. Начнем с осмотра и выявления проблемных зон. И что мы здесь видим? Наталья Коповна. Ну, кожа склонна к пигментации. С возрастом теряется влага, поэтому повышенная сухость, ну, Т-образная зона, склонна к жирности. Овал лица начинает уже прогибаться в связи с возрастом, поэтому наши вот места зоны обработки будут вот здесь. Как мы видим по проблемным участкам, и вас само это не устраивает, это зона животика, передняя поверхность, и бедрышки, да? Чтобы убрать глубину носогубных складок, мы проведем контурную пластику. Ну что, прощаемся с вашими старыми объемами. Давайте их измерим. Так, так, по талии у нас с вами 80. По пупку у нас с вами 96,5. И низ живота у нас 95,5. Так, 97,5 объем бедер у нас. Ничего, все у нас будет замечательно, все мы сделаем великолепно. Я хочу 90. Для борьбы с возрастными изменениями существуют различные методы коррекции. Специалисты назначат нашей героине аппаратные процедуры, которые подходят именно для ее типа кожи. УЗИ показала, противопоказаний для их проведения у Екатерины нет. Что ж, время начинать наше преображение. Гидромеханопилинг поможет очистить кожу, выровнять ее и одновременно увлажнить. Результат Екатерина ощутила сразу. На ощупь кожа становится невероятно бархатной. Сейчас мы наносим финальный крем. Он с SPF защитой. Он защитит нашу нежную кожу от солнышка. А так как у нас есть пигментация, нам это очень важно. Вообще гладкая. Да. Классно. Как кукольная.
чем четче овал лица, тем моложе выглядит женщина. Процедура РФ лифтинга помогает подтянуть кожу. Во время него глубокие слои кожи прогреваются и запускается процесс образования новых коллагеновых волокон. После этой процедуры наша Екатерина помолодеет примерно лет на 5. Максимальный эффект достигается через 5-7 сеансов. К началу пляжного сезона лазерная эпиляция обеспечит долгосрочное удаление волос на любом участке тела, на лице и в зоне бикини. Ну что, не больно было? Нет, не больно. Я боялась, что больно будет. Безболезненно. Делать можно и летом, и на загорелой коже. Эффект долгосрочный. Лэйсик, просто мамочки. Как правило, жировые отложения на животе и бедрах практически не поддаются диетам и занятиям фитнесом. Чтобы убрать ненужные нашей Екатерине места и разгладить апельсиновую корку, специалисты проводят процедуру ультразвуковой кавитации. Эффект как от липосакции, но не требует хирургического вмешательства. Процедура у нас абсолютно безболезненная. Вот в данный момент жировая клеточка расщепляется, все содержимое выводится лимфатической системой естественным путем. Усилит антицеллюлитный эффект наружная контрпульсация. А разгрузить лимфатическую систему и ускорить лимфодренаж поможет лимфовижин. Итак, подведем первые итоги. Время главного волшебства. Эффект от этой процедуры будет заметен сразу после проведения и останется на целый год. Чтобы убрать глубину носогубных складок, проведем процедуру контурной пластики. Мы введем препарат на основе гиалуроновой кислоты, который гармонично встроится в складку, заполнит ее и поможет выровнять. И вот настал долгожданный момент. Специалисты медицинского центра здоровья сделали свое дело, и наша героиня готова встретиться со своей дочкой. Узнает ли маму единственный ребенок после преображения? Мамочка, какая ты красивая! Вообще прелесть, покрутись хоть. Тебя люблю. У меня эйфория, если честно. Я такой вообще никогда не была. Мне приятно себя видеть такую. Буду чаще платье одевать. Я очень редко это делаю. Ну, за собой следить нужно, конечно. Я первый раз посетила косметолога. Мне очень понравилось. Думаю, хотя бы раз в месяц буду себе это позволять. Потому что действительно эффект на лицо. Я на следующий день после процедур вообще проснулась, встала. Мне даже было жалко свое лицо красить. Оно было таким свежим, нежным. Цвет лица даже выровнялся. И я в этот день даже краситься не стала. Мне было так хорошо. Вообще я себя так ощущала. Здорово.